сегодня как раз прочитал очередную статью про новую волну эмиграции из России. Как утекают миллиарды долларов и очень-очень неплохие люди. Fifth skater in the men's program is Keegan Messing, representing the United States of America. Кеган Мессинг будет кататься, как, может быть, вы догадались, по костюму под музыку о Робин Гуде. Там какой-то ребенок китайский смешно кричит на весь стадион. Тренер Ральф Бургхарт. Также один из лучших юниоров США. Доволен своим выступлением Мессинг, и почему бы и нет? Все получилось отменно. У него такой довольно-таки спортивный, подтянутый, немножечко рисковатый стиль катания. Но благодаря ему он выстреливает прыжки, как из пушки. И они у него получаются железно. По крайней мере, сегодня так и было. Такой очень гимнастический Робин Гуд. Вот он, тройной аксель. Крепко, четко, по-спортивному вращению он тоже так же даже заходит. Так, тынк, и
пошел вращаться как на пружинке. Видите, есть смещение на вращение. Это его луц. И тут же тулуп. И не в замедленном повторе эти прыжки выглядели очень такими... выстреливающими. Немного на зубцы сделал Ридбергер, но тоже примерно в том же стиле был заход. Иногда он даже не катит, а как будто бы немножко подпрыгивает на каждом шажке. Даже ему, можно сказать, что не хватает какой-то мягкости и дипломатичности в своих шагах. И при этом в спортивном стиле, мне кажется, что его вращения могли бы быть почетче. Посмотрим, что ему поставят за образ Робин Гуда. Получает 68 баллов, и это практически один в один его лучший результат, который он получил в прошлом году на чемпионате мира. Ну так это и неплохо. Он на втором месте отстает от Ричарда Дорнбуша на 2 балла. Дорнбуш, конечно...